кладбище, чтобы вошло еще. Это говорит кладбище, клинок. Я не знаю, что это. Клинок, да. А можно яблоко? Давай. Вот это кладбище, клинок, тоже старенькое такое. Там в основном военные похоронены. Вот это костел. Он построен в 1800, в каком-то 83-м или 93-м. Мы с Артемом ходили на ЭЭГ. Артем, помаши братику ручкой. Галки покажи. А? О, галки. Это галки? Это что, галки? А, это галки, да. Костел сейчас закрытый. Видишь, тут все такое, пригорки, холмы, матно. А вон тот, это склеп. Сейчас поближе к склепу подойдем, Тём. Это помойка. Ой, штаны уже забрали. Сейчас продолжим. Сейчас, вот сейчас еще один склеп покажу. Вот беленький, это тоже склеп. Что-то руки мёрзнут, капец. Вот это вот двухэтажное получается. А вот это вот другой склеп. Видишь, могилы тут старючие. Это тут самое какое старое? Ну, короче, конец 18 века. И где-то 905, 906, 1937. Есть некоторые могилы вообще раздолбленные. И это получается прямо в центре. Вот это дом. И там следующий почти что наш. Держи. Вот это тоже склепик. Дядя вон вошло. Ты читала их? Ты же читала. А что, сватать надо? Да, было. Посмотрите налево. Это шикарный склеп. Мне он очень нравится.